Китае, в городе Бунья, они принесли в город великое счастье и процветание, ибо именно павлины изобрели фейерверки. Но юный лорд Шэнь увидел в фейерверках зло темных сил. Обеспокоенные родители лорда Шэня обратились к вещунье, и она предсказала, что если Шэнь продолжит идти по стезе тьмы, то однажды он будет повержен черно-белым воином. Юный лорд решил изменить свою судьбу. Жители долины мира, для меня большая честь представить вам демонитивную войну, журавля, обезьян, богомола, неистовая пятерка! Думаешь, просто добраться до нужного нерва сквозь весь этот же... Не. Я хотел сказать «не». Ну, конечно. Взгляни на схему. Еще разок. Я понял. Я его спугнул.